Привет! В эфире программа «Точка.ру» – программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе «Весенняя Самара. Яркая и солнечная». Портал инклюзивных практик. Гордость региона. Инстаграм усилил защиту наших аккаунтов. У Microsoft Word появился искусственный интеллект. Чем живет всемирная сеть, узнаем прямо сейчас. Весенняя Самара радует нас ярким солнышком, голубым небом и улыбками прохожих. Горожане потихоньку начинают просыпаться от зимней хандры, выбираются на солнце в обеденный полдень и прогуливаются вокруг офисов, радуясь хорошей погоде. А потому снимков с хэштегом «Весенняя Самара» с каждым днем становится все больше и больше. Меня всегда очень радуют самарские ребята, которые неравнодушны к важным моментам нашей жизни. Знаете ли вы, что такое инклюзивность? Давайте разбираться. Инклюзивность – это равные условия совместной доступности людей без инвалидности и маломобильных групп населения к зданиям и сооружениям, культурным и образовательным программам, к бытовой технике, оборудованию и так далее. Равные права, равные условия. И хочется обратить ваше внимание, что в сети появилась площадка, которая будет формировать единую инклюзивную среду не только в онлайн-пространстве, но и в реальной жизни. Это портал инклюзивных практик. Данный проект разработан и реализуется самарскими активистами, и присоединиться к нему могут все регионы России, не только. С помощью функции «Предложить материал» каждый желающий сможет проанонсировать свое инклюзивное мероприятие, найти волонтеров, объявить конкурс или поделиться опытом успешной реализации проекта. Адрес портала вы видите на экране. Портал разработан в рамках реализации проекта победителя молодежного форума «Иволга-2016. Благо добра» и при поддержке Фонда поддержки гражданского общества. Думаю, вы со мной согласитесь, это заслуженный самарский лайк. В этой рубрике также хотелось бы обратить ваше внимание на удивительный проект «Наследие Самары», который увидел свет в прошлом году, но не теряет своей актуальности и сейчас. Самарские ребята, молодые активисты, при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики администрации Самары снимают мини-фильмы о достопримечательностях города. В январе 1983 года в усадьбе был открыт музей. Создатели экспозиции максимально точно воссоздали обстановку дома писателя. Столовая, где вся семья собиралась за обедом, хранит унаследованный матерью фамильный тургеневский сервиз. В комнате Алёши стоит книжный шкаф с произведениями любимых писателей юноши – Тургенева, Некрасова, Гоголя. На столе посетители музея видят фотоаппарат «Кодак», который был подарен Алексею родителями в день его рождения. На стене висит барометр, привезенный музейщиками из усадьбы родного отца Алексея, графа Николая Александровича. В комнате матери Толстого на спинке кресла висит одна из ее шалей, а также лежит летний французский зонт с ручкой из слоновой кости. Царев курган, улица Куйбышева, литературный музей, публичная библиотека, парк Победы, Ивровский монастырь, железнодорожный вокзал Самары и особняк Клотта. Впереди у ребят съемки видео, чемпионату мира и перевод роликов на английский язык. Первое, что замечают прибывшие в Самару поездом, это вокзал. Он возвышается над платформами, улицами и даже домами.
ведь это самое высокое железнодорожное здание в Европе. Первый Самарский вокзал был построен в XIX веке и был похож скорее на дворец. В стиле итальянского ренессанса он прослужил на благо города 120 лет. Но в результате многочисленных переделок все архитектурные достоинства утратили свою красоту и функциональность. Изначально корпус планировалось отреставрировать и расширить. На входе демонтажа стало понятно – здание подлежит сносу. После долгих дискуссий был принят совершенно новый проект вокзала, отражающий современные потребности его посетителей. Видео можно найти в сети по хэштегу «Наследие Самары» или в официальной группе ВКонтакте. Ну и на десерт. Без слов. «Волга весной». Так назвал свой пост в ЖЖ-сообществе «Самара.ру» самарский блогер Алексей Авдеичев. И действительно, глядя на эти снимки, хочется сделать музыку погромче и смотреть. Сервис Instagram усиливает защиту аккаунтов. Для этого следует зайти в приложение, затем в настройки и выбрать пункт «Двухфакторная авторизация». Это защита аккаунта, когда мобильный телефон привязан к странице пользователя. При входе с чужого устройства будет присылаться пин в виде SMS на телефон. Разработчики утверждают, что функция протестирована и абсолютно безопасна в использовании. После активации опции приложение каждый раз при входе будет запрашивать специальный код. Без этого кода войти на страницу будет невозможно, даже при наличии верно указанного пароля. Напомню, что ранее данную функцию ввел известный мессенджер WhatsApp. Компания Microsoft выпустила тестовую версию обновления Word из пакета Office 365 с новой функцией «Корректор». Она работает на основе искусственного интеллекта. Кроме обычной проверки орфографии и пунктуации, Word теперь способен указывать и на стилистические ошибки. Потенциальные грамматические ошибки будут подчеркиваться двойной синей линией, а стилистические недочеты – желтым пунктиром. Система также будет выделять целые предложения, в которых замечена ошибка, и подкреплять их правилами грамматики и пунктуации. Одна благотворительная организация из Сан-Франциско занимается спасением одомашненных пород голубей, которые не могут выжить самостоятельно. От имени одной такой птицы, Миу, ведется весьма популярный аккаунт в Инстаграм. Как видно по фото, голубь может быть обычным домашним питомцем и спокойно существовать рядом с другими животными, например, с собакой. От имени Мио в профиле публикуется запись о том, что он любит смотреть на дождь, сидеть на клавиатуре ноутбука, обниматься и даже модничать в симпатичных брючках. Забавные штаны птица носит из соображений гигиены, чтобы не доставлять своим хозяевам дополнительные хлопоты. Ой-ой, я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Ой, лучше назад. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Twitter, Instagram, группа ВКонтакте, Facebook и канал на YouTube. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои интересные новости в наши группы. Всем лайк. Пока.